уходим в лес. Ты прошел через первые врата, убийца. На следующие тебе не по плечу. Внутренние врата Луна Света открываются особым ключом, который тебе никогда не достать. Зря теряешь время, эльфийка. От судьбы не убежишь. Думаешь, я убегаю от тебя? Сразу видно, что ты никогда не имел дела с эльфами. Проклятая эльфийка! Мы должны перебраться через реку. Приветствую, друзья, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Росси, это Warcraft 3 Reforged, 4 глава. У нас добавились некроарахниды. Сильвана вроде такая неглупая женщина, но взяла... Зачем рассказывать все тайны, что типа ты не пройдешь следующие врата, потому что там есть какой-то секретная хрень, которую ты должен будешь разгадать, получить ключ. Зачем это все? Зачем она подсказывает нам заранее? Не пойму. Владыка Артес, мы ничего не можем сделать с этими летучими тварями. Не бойтесь, ими займутся некроарахниды. Некроарахниды ими займутся. Вместе с нашими гулями. Некроарахнида хотят убить. Наконец-то. Придется его полечить немножко. Нам надо уже поскорее с этими эльфами разобраться бестолковыми. Опять, наверное, будет все время нападать из ниоткуда. Так, все, здесь мы все зачистили. Начинаем КВН. Хорошо, что хоть у них леса много, можно его рубить, не перерубить. Хлеб. Пока не можем. Надо ж поставить некрополь. Да, повелитель. Так, все, пока мы ждем. Мертвые служат тебе. Этих мы оставляем. Надо пойти ходить на разведочку. Разведка наша вся. Ну что еще? Люблю знать, что тут нас ждет. Так-то лучше. О. Наконец-то. Дирижабль. Ага. Бьюсь в лицо опасности. Подрывной отряд. Дирижабль. Обнаружение. Вот такое. Не сильно здесь серьезно эти. И там опять дирижабль. Ну, в принципе, не смеет мне грузимся. Интересно. Дружочек, мы тебя не забыли. Так, выгрузить всех вот здесь, к примеру. Удиви меня. Ты меня угрожаешь, понял? Будь осторожен. Эльфийский защитник сразу такой на нас бросился. Говори. Глупец. А, она стреляющая. Обалдеть. Блин, некроманта убили. Мы при этом были. Надо по-быстрому сейчас забрать башню. Вот так. Теперь всех остальных можно... Где там наш лекарь, который нам мешает? Вот он. Наконец-то. Ты узнаешь, что такое боль. Пульта, наверное, аж туда ей вали. Никто не смеет мне приказывать. Так-то лучше. Еще некромант наш вызвал. Стоит тут, наяривает. Мертвые ждут. Говори. А ты стреляй по этому, не отвлекайся.
Блин, мисклик. Есть такое дело. Ага. Где-то он у нас калеченный. Подлечим его. Блин, некроманта убили. Всех поубивали, короче. Но зато мы такой сделали легкий врыв, так сказать. Ну что еще? Трусливое создание. Наконец-то. Качнули Артаса. О твоих страданиях сложат легенды. А, наконец-то. Еще и арахнида мы полечим. Нам не тяжело. У них потом есть прикольное улучшение, а все, мы уже тут где прольется моя кровь? Пропустили движуху. Потом прикольное улучшение у арахнидов, когда у них вот эта их атака повторяется, то есть она летит обратно, назад, то есть намного веселее, как по мне. Ты что, призывай кладбище? Склеп. Бля, уже один арахнит остался, а я тут. А, нет, три, все нормально. Ну, это, конечно же, так не атака. То, что осталось, они он лучников штампуют. Уже лик смерти стал побольше, уже больше лечим. Так, дирижабли у нас там остались. Будет, конечно, печально, если они сейчас на меня нападут из ниоткуда. Так, сразу. Твоя воля исполнится. Пару зиккуратов. Да свершится предначертанное. Все, лучники теперь появляться не будут. Не может не радовать. Кстати, туда можно, и там можно базу развернуть. Мы не можем, зиккураты нужны. Хотел наштамповать гуль, чтобы они дерево добывали. Так, ну судя по всему, тут они нигде не могут прийти, но вот мне вот эта область не внушает доверия. Хотя, надо рядом покупатель. Так, разбиваем первую вот эту хрень. Не надейся на быстрый магический сейф. Призыв завершен. Призыв завершен. Призыв завершен. Будь осторожен. Лунный кристалл. Этот лунный кристалл. Часть ключа трех лун. Найди еще два таких кристалла и откроешь эльфийские врата. Видите, как все на самом деле просто оказалось. Соберите три лунных кристалла, один из трех. Улучшение завершено. Мне надо два послушника. Одного сюда на золото и одного на новую базу. Нужно больше золота. Угу. Никто не смеет мне приказывать. Проклятые ждут приказа. Чего желает мой повелитель? Есть такое дело. Проклятые ждут приказа. Ну что, он не стреляет? Может, только по воздушным? Да, я был прав. Тут все равно они будут нападать. Из ниоткуда. Не зря я здесь поставил зиккураты. Очень даже не зря.
можете добывать и дерево. Склоняюсь перед твоей волей. Газуй на дирижабль. Мы тут не все поразбивали вроде. Ну да. Наконец-то. Так, дирижабль сели, полетели сюда, вот тут высаживай. Ну что еще? Так, тут нужно много дерева. Для того, чтобы начать вот эти все исследования и улучшения. Говори. Наконец-то. Жизнь занерзула. Нам нужно больше древесины. Опа. Никто не смеет мне приказывать. Портал какой-то есть. Сделай выбор. Ну что еще? Где прольется? 220 дерева надо, нифига себе. Осторожнее. Так-то лучше. Ты узнаешь, что такое боль. Ладно, придется потанчить. Трусливое создание. А, с помощью портала вы сможете перемещать войска на большие расстояния. Это хорошо. Все, можем проклясть рудник. Никто не смеет мне приказывать. Чего желает мой повелитель? Исполню с радостью. Говори. О твоих страданиях сложат легенды. Тебя, наверное, оторвем. Пойди этот, почини зиккурат. Блин, некрорахнит так ни херово по дереву стоит, по золоту стоит. Склоняюсь перед твоей волей. Кем? Ага. Даже так. Тут все заставим зиккуратами. Потому что, как я понимаю, атака будет с этой стороны идти. Да, повелитель. Ну что еще? Я жду пробудиться. Склоняюсь перед твоей волей. Говори. Ракнида сюда. По дереву уже немножко получше стало, значит, вот так и вот так. 75, ну, ребята, ну принесите кто-то там те два дерева. Я вас прошу. Призыв завершен, спящий пробудится. Все. Призыв завершен. С этим мы закончили. Призыв не хватает завершен. Два дерева. Призыв теперь хватает. Завершен. Где напали? Прольется моя кровь? Будь осторожен. Летающие напали. Вот это прикол. Призыв завершен. Не зря я сюда арахнидов сделал. Улучшение завершено. Очень даже не зря, как оказалось. Сделай выбор. Исследование. Чего желает мой повелитель? Так, здесь тоже, наверное, надо нам и кладбище. Не, а нафига нам кладбище? Нам надо самое элементарное. Исполнится. Да свершится предначертанное. 320-210 не хватает. Жизнь занерзула. Раз, два, призыв три. Завершен. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Это 45 и 40. Сейчас сделаем. Это не проблема. Проклятые ждут. Так, и один арахнит, прогуляйся вот сюда куда-то. Что там вообще интересно? Во имя нерубов. Проклятые ждут приказ. Ну ты, пожалуйста. Кто меня звал?
Склоняю зрение твоих зарешазов. Еще какой-то лесной паук на меня напал. Смотрите, что происходит. Но это трахнет мертвый уже. Нужно больше золота. Еще одного. То есть мечники такие неплохие ребята. Рахнидов нормально так рубят. Мы будем его кайтить, короче, будем его уводить. Пока рахнит его. Бля, не получилось. Исследование завершено. Где прольется моя кровь? Да везде. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Тут тоже могут полезть со всех сторон. Даже там, где их не ждешь. Все, пошлите теперь ящики разбивать. Ящики. Что здесь у нас интересного? О, свиток маны. Артес, ты не хочешь мотнуться на такси? Брум. Улучшение завершено. Там не скоро. С таким уроном разрушит мой дирижабль. Исследование завершено. Наши войска атакованы. Угу. Вот обратно уже он может не пролететь. Завершен. Я жажду служить. Ну, с ума собой, что ты жаждешь. Хотя тут ящики не разбивали. Ничего нет. Повинуюсь. Будь осторожнее. Ледяная скорбь жаждет крови. Нападают. Они, может, тоже дирижаблем прилетают. Говори. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Говори. Наконец-то. Вот так вот. Наконец-то. Ты мне угрожаешь? Понял. Ну, можно еще их улучшить. Для этого надо чертоги мертвых. Но сейчас я уже их делаю. Уже почти закончил. Эти гоблины так прикольно орут. Улучшение завершено. Есть такое дело. Так. Здесь можно построить бойню. И храм проклятых. Дерева не хватает ужасно. Наверное, сейчас тут их сделаю. Тоже пусть колбасят дерево здесь. Уже долго ходит просто. Я так думаю. Из-за того, что у них слишком долгий путь. Дороги. От места добычи до главного здания. То они долго очень носят. Так, это не нужно. Хотя... Где я хотел тут поставить? Где руби? Склоняюсь перед твоей волей. Ну что еще? Так-то лучше. Исследование завершено. Нечестивая мощь. Исследование завершено. Короче, наши вурдалаки превращаются в машины для убийств. Завершён.
завершен. Сейчас в портал как ворвемся. Как сделаем там ветер. Блин, не хочется зиккурат терять. Да свершится время чертовое. Надо будет еще один тут поставить поближе. Исследование завершено. Нет. Пока ты здесь, заодно сразу лупани. Исполню с радостью. Учини дальше. Никто не так, и что тут у нас? Что тут у нас? Здесь труповозку или мясовозку? Мясной фургон. А раньше это была труповозка, если я не ошибаюсь. В прошлой серии игры. Доры Форджа. Если кто-то помнит, пишите в комментариях. Все. Не паникуй, паук. В общем, сделаем сейчас одну трубовозку, пару некромантов. Это так. И еще можно пару этих бурдалаков. И, в принципе, поехали. Все, призыв завершен. Тут чинить ничего не нужно. Исследование завершено. Твоя воля исполнит. Все. Так, что, ожидаем только некромантов, да? Давай вот так вот, а потом исследуй. В принципе, ожидаем только некромантов и поехали. Улучшение завершено. Ну что еще? Артас, сбегай сюда к гоблинам. Сейчас мы посмотрим, что там вообще происходит и где мы появимся. Башня ярости неба. А мы сейчас этого дурачка пошлем, где он вылезет. Угу, понятно. Да. Теперь будем знать. О, он за нами пришел. Ха! Сделай выбор. Неправильно ты приземлился, дружочек. Призыв, где прольется моя кровь. Блин, а тут не могу поднять ногу. Ладно, тогда мы здесь поставим. Твоя воля исполнится. Тьма зовет меня. Все, в принципе, мы готовы. Я жажду служить. Можно идти. Мертвые ждут. А Арта же пошел по делам важным. Говори. Одна башня, да? Ясненько. Привет. Сейчас мы ему устроим. Что стряслось? Будь осторожнее. Ну, Артас Джан, иди туда. Исследование. Тут еще не достроили. Так, заходи. И вперед. Вот так вот. Уже будет проще. Завершен. Так. Ну что еще? Поехали. Исследование завершено. Есть такое дело. А теперь вот эти ребята. И еще. Говори. Все, минус. Ну так-то лучше просто и проще. Сразу эти башни взорвал и все.
надейся на быструю смерть. Будь осторожен. Будь осторожен. Что-то я труповозку с собой здесь не вижу. Я, походу, ее не взял. Ну да. Всех пришел, поразвеивал моих этих скелетов призванных. Нормальный штемп. О твоих страданиях сложат легенды. Ну что еще? А в этот портал, я понимаю, если мы зайдем, то мы попадем туда наверх. Улучшение завершено. Ну так да и так. Полетели. О, там у них тут нормальная база, нифига себе. Дирижабль у них есть. За короля лича. А, наконец-то. О твоих страданиях сложат легенды. Ледяная скорбь. Не успел его полечить. Так, хиллеров, хиллера, ребята. Есть. Кто-то его лечит, или мне кажется? Кажется. По мане я просил. Можно тачку эту провести. Да. Ну что еще? Минус некромант, ну, я тебе уже там ничем не помогу. Дружочек, там я тебе уже ничем не помогу. Не надейся на быструю смерть. О твоих страданиях. Одни жуки остались. О, приехала. Ты узнаешь, что такое боль. Говори, трусливое создание. Жалко, что далеко Артас от этих, я бы еще гоблинов-подрывников бы взял. Будь осторожен. Давайте, надо уничтожить, чтобы они не могли строить этих, точнее нанимать. Никто не смеет лекарей. Не надейся на быструю смерть. Дирижабль разобьем туда. Так, надо подкрепление, ребята, надо подкрепление туда вести. А возьмем мы вот так и вот так. Никто не смеет мне приказывать. Ледяная скорбь. Кстати, чем тут закончилось нападение? Нормально отбились? Это хорошо. За короля лича. Спящий пробудится. Спящий пробудится, это у нас
Как там они их называют в этой некроарахнит? Ну что еще? Интересно. За короля лича. Ледяная скорбь. А, наконец-то. Какова воля тьмы? Так, ну в принципе уже можете сюда идти. Следую зову тьмы. Будь осторожен. Тьма зовет меня. Так-то лучше. Наконец-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Мертвые служат тебе. Говори. Ты узнаешь, что такое боль. Так, вторая часть есть. Никто не смеет наш мне приказать. Наш убит истощен. Второй лунный кристалл наш. Так, это ж вам надо на дирижабле лететь. А, наконец-то. Такой один грустный вурдалак остался здесь. Еще один. Одни грустные вурдалаки. Что-то я пропускал кучу ящиков. У него было мощное зелье исцеления. Так, где там дирижабль есть? Вызовите сюда. Ну что еще? Не надейся на быструю смерть. О твоих страданиях сложат легенды. Трусливое создание. Так-то лучше. Есть. Скорбь жаждет крови. Хорошо, а туда портал? Как мне туда допрыгнуть? Или придется дирижаблями перелетать? Ну, мы в принципе можем и дирижаблем перелететь, ничего страшного. Исполню с радостью. Ну вот наш один дирижабль. А второй... Второй вот. Сейчас два дирижабля и перекинем туда. Там, в принципе, думаю, этого войска нам хватит. Ты мне угрожаешь? Будь осторожнее. Случайно нажал на дерево, вардулаки такие, типа, работать, опять работать. Уже готовы были его вырубить нахрен. Поехали. Грузимся. Хлопцы. Гоблины молодцы, за бабки всех перевозят. Труповозки, пауков больших, горгулей, похер кого перевозить. Говори, удиви меня, никто не смеет мне приказывать. Трусливое создание. О твоих страданиях служат легенды. А там все мою базу штурмуют. Наконец-то. Ну что еще? Призыв завершен. На нашу базу напали. Ты узнаешь, что такое боль. Ледяная... Почти, кстати, мою вот эту мясную хрень разбили. Так-то лучше. Будь осторожен. Все, разбили. Ну, что еще? Что там происходит? Завершен. А, там Сильвана была. Которая ветрокрылая. Не надейся на быструю смерть. Yeah.
Сделал по мане очень сильно, как обычно. Так-то лучше. Наконец-то. Ну, нам хватит. Склоняюсь перед твоей волей. Немножко с декуратов. Исполню с радостью. Твоя воля исполнится. Возвращаемся, что тут у нас. Держи, живи, дружочек. Ледяная скорбь жаждет крови. Не надейся на быструю смерть. Трусливое создание. А, барак я не разбил, казарма точнее. Ты узнаешь, что такое боль. Так, и что, надо, значит, лететь еще подкрепление какое-то набирать. Пару труповозок, к примеру. Наши войска атакованы. Говори. Призыв завершен. Призыв завершен. Призыв завершен. В принципе, мы уже можем ворваться. И закончить эту миссию. Тьма зовет меня. Так мы, наверное, сделаем. Хватит уже. Мы так затянули. Так-то лучше. О твоих страданиях сложат легенды. Ледяная скорбь. Ледяная скорбь жаждет крови. Наконец-то. Третий лунный кристалл. Мы собрали ключ трех лун. Так что так. Наконец-то мы их собрали. Угу. Видите Артаса. Но они нам не нужны, так что погнали. Да, сразу. Где там наши дирижабли? Да. А вы можете туда сразу пойти? Нет, не могут. Еще там вон база есть одна. Но это будет потом. А этот мон с деревом гоняет. Смотрите, что вообще происходит. Он, короче, бежит в портал, запрыгивает в портал, вылазит с другого портала, добывает дерево обратно через портал и возвращается на базу. Блять, это шикарно. Один дирижабль потеряли. Так, сюда. Никто не смеет мне приказывать. Они превращают нас тут и в зверюшек, и как могут борются с нами. Ледяная скорбь жаждет крови. Так, хлопцы. Мертвые служат. Ты сюда. Ну и кого-то еще забери. Вот так. Ну что еще? Так-то лучше. Наши войска наконец-то. Я не успел всех высадить. Будь осторожен. Ну ничего. Не надейся на быструю смерть. А че пауки его не могут поймать еще? Наконец-то мы его кетку сейчас нахлобучим. Ну что еще? И все. Надо было просто зайти. Наконец-то. Врата открыты.
Как только мы разделаемся с Сильваной, путь в сердце королевства будет открыт. Будьте вы прокляты, чудовища! Что мне еще сделать, чтобы остановить вас? Эта эльфийка начинает действовать мне на нервы. Не только тебе, Артас. Спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. С вами был Рости. Вы были на канале Real Game Online. И это была 4 глава за нежить. Всем пока и до скорых встреч.